Итоги прошедших в Чебоксарах форума «Стратегии и тактика успешного бизнеса» и 25-го оперного фестиваля имени Михайлова обсудили сегодня на еженедельном совещании с членами правительства. Кроме того, в повестке дня значились вопросы эффективного управления госимуществом и предстоящего чемпионата по рабочим специальностям. Подробности далее. Доходов от управления имуществом в казну республики в 2015 году поступило 419 миллионов рублей, или 98% от плана. Хочется отметить, что от передачи в аренду земли эти доходы имеют, как и ранее, предыдущие года, наибольший вес. 2015 год внес коррективы с учетом доходов от продажи квартир Государственного жилищного фонда и приватизации. Эти доходы в 2015 году практически на одном уровне. В программе приватизации госимущества 2015 года значится 28 объектов. Половина из них реализована, еще 14 в работе. К сожалению, на фоне экономической ситуации спрос на объекты недвижимости снизился. Эта тенденция характерна для большинства регионов России. В среднем от 11 до 50%. Необходимо искать другие формы эффективного управления имуществом. Это аренда, концессионное соглашение, передача вновь создаваемым организациям. Завтра, 1 декабря, в Чебоксарах начнется 4-й чемпионат WorldSkills. Чувашия включилась в это движение в 2012 году. С тех пор проведено 4 чемпионата. Наши студенты очень достойно представили республику и на российском, и на мировом уровне. К примеру, в августе в бразильском Сан-Паулу одну из 6 медалей российской сборной принес Александр Ганиашвили, выпускник Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции. В ближайшие 4 дня отстаивать престиж рабочих профессий будут 60 студентов и молодых рабочих. В программе чемпионата состязание по 11 компетенциям. Проведение чемпионата организаторам учтены все предложения минувших и предложения, недостатки, в том числе минувших соревнований, в том числе требования, которые предъявляются Генеральной Ассамблеей Международной, и организована информационная кампания среди объединения работодателей. Для нас очень важно, чтобы вот это движение все больше вовлекало и бизнес-сообщество, не только образовательные организации наши профессиональные участвовали, но и бизнес-сообщество, которые сегодня могут молодых наших людей представить достойно. Сейчас в Чувашии действуют центры развития компетенций по формату WorldSkills на базах Новочебоксарского политехнического техникума «Парикмахерское искусство, сварочные технологии» и Чебоксарского техникума технологии питания по компетенциям поварское и кондитерское дело. Решается вопрос о создании такого же центра по компетенции машиностроения. Заявку республика уже отправила. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.